сжать сроки и сейчас либо тросовые конструкции придумать, либо вот эти плоты, которые будем запускать по максимуму. Глава округа Андрей Иванов вместе с инициативными жителями Звенигорода инспектирует очистные сооружения «Верхний Посад». Этим летом горожане постоянно жалуются на неприятный запах канализационных сливов. С 1 августа объект обслуживает Одинцовская теплосеть. За это время проведено обеззараживание стенок кругового желоба, иловые карты обработаны новым биопрепаратом, шатрами накрыты радиальные отстойники, закончены работы по монтажу первой аэрационной системы на аэротенке. Идет заполнение аэротенка. Соответственно, этот аэротенок у нас заполняется в течение недели. Не быстро заполняем для того, чтобы обеспечить работу технологий, для того, чтобы микроорганизмы успели освоиться и развиваться. Микроорганизмы завозим с других очистных сооружений, возим их машинами в бочках. Соответственно, аэротенк имеет очень большую емкость, и нужно достаточно большое количество привести для того, чтобы обеспечить тот объем микроорганизмов, который будет очищать воду до необходимых параметров. Также будет улучшена система фильтрации воздуха и проведены другие виды работ. Проходят и совместные с прокуратурой проверки соседних предприятий. Выявляются те, кто сбрасывал нефильтрованные стоки и незаконно сжигал на территории Звенигорода отходы. Глава округа пообещал, что виновные обязательно понесут ответственность за свои нарушения. Что же касается дальнейшей реконструкции Верхнего Посада, то муниципалитет продолжит работу по включению объекта в федеральную программу «Чистая Волга» на 2023-2024 годы. Подрядчик определится по условиям тендера. Мы уже ведем с несколькими компаниями предварительные консультации. Уже приезжали сюда специалисты компании ЕКС, один из лидеров в России по строительству очистных сооружений, в Подмосковье в том числе. Вот. От всех, кто приезжает, мы получаем также какие-то экспертные мнения и рекомендации, как нам сейчас жить и что делать. К рекомендациям прислушиваются и по возможности выполняют. При этом проверки и лабораторные исследования воздуха продолжатся. В жилом секторе по соседству с очистными сооружениями установлена система комплексного мониторинга. Контроль загрязнения атмосферы осуществляет региональное министерство экологии и природопользования. Наталья Гончарова, телекомпания «Одинцова».